который создал для жены, для детей, для родственников благо. И сегодня ими они пользуются. Это большой успех. Можем говорить о Юре сколько возможностей, но я лично буду помнить, пока я жив. Пока я жив, я буду помнить. И всегда на устах я буду говорить о нем то, что я знал. Что это великий человек, царство ему небесное, что земля ему была пухом. И мы, друзья и товарищи, вечно и вечно будем его помнить. Его благородные дела, его счастье, его благополучие, которое он создал для кое-кого других людей, я это очень хорошо знаю. Рафаэль, слово вам дорогое.